народ, привет снова. У нас продолжается прогулка. Первая часть немножко сорвалась из-за шопинга, зато у Наташки сейчас сегодня чудесный телефон, наконец-то, от Mark & Spencer. Мы прошли немножечко и снова застряли. Сейчас показываем вам такой красивый фонтан в центре города, небоскребы. Класс! Слушай, мне нравится в Абу-Даби, что здесь площадя большие. Да, знаешь, здесь просто, я не знаю, как Испания, да, какие-то вот такие. Как Абу-Даби, зачем ты все время сравниваешь, а? Вот скажи мне, зачем Оля все время сравнивает? Ну, может, просто большинство людей были в Испании. Ну и что? А мы-то куда? Ну, отлично, да, вот. Снова велосипеды, люди, ночная жизнь такая. Вот уже прям подготовочка к Рамадану. Конечно, вы это видео увидите намного позже. Сейчас нет никакого желания выпускать видео, вы понимаете. Ну, зато сейчас вы можете посмотреть на шикарный вечерний Абу-Даби. И дай бог вам побывать в этом городе. Город очень красивый, это столица Эмиратов. У нас есть много видео. И в листе Абу-Даби 2020, и в листе Абу-Даби 2022. Да, есть что посмотреть. Есть что сейчас посмотреть. Сейчас просто смотрим, сейчас столько туристов, причем и Израиль, евреи, Испания. Испания, англичане очень англоговорящие. О, мулла призывает на молитву. Так что экскурсий полно. А мы идем направо. Мы направо идем сейчас. Я что-то решила прямо, потому что я видела небоскребы и решила идти туда. Красиво как. Идем, все, идем. Тут главное не провтыкать. Да, мы как-то шли пару раз сегодня, и прям на нас едут и скутеристы, и велосипедисты. Вот хоть ребята объезжают, догадываются объезжать. А так на таком клаптике небольшом я просто еще толпа быстрее летит на нас. Потому что нам уже красная, а нам уже красный, быстрее. Да, нам уже. Тут светофоры такие быстрые. Кстати, мечеть красивая, зеленая подсветка, оттуда и раздается. Так, идем прямо сюда. Идем быстрее. Господи, там нас ладно, люди прикрывают. Идем так. Да, велик нас прикрыл, девочка. Дай бог тебе поездки хорошей. Все. Можно немножко это, не бежать. Пробежка была сегодня, пробежка. Да, тут как-то очень быстро переключаются светофоры. Тут тебе зеленый, тут тебе уже красный. Так что нужно не задумываться, а бежать. Как я уже вам рассказала, это же мы не в центре, в таком центре-центре, а мы так внутри Абу-Даби, в улочках. Там, где мы гуляли в центре, я оставлю видео в описании. Там Emirates Palace и Ватан, очень красивые вечером. А сейчас мы вот внутри зашли. Почему? Показываем такую внутреннюю жизнь. Почему ты считаешь, что это не центр? Это World Trade Center, значит? Ну да, но мы отошли уже оттуда. Ну и что, в Бангкоке вообще нету центра. В Бангкоке, как в городе, нету центра. Поэтому в Гонконге или в Бангкоке? Бангкоке. Бангкоке. Я таких, кстати, городов не очень понимаю. Хотя Бангкок это древний город. Я его не перекричу. Красиво, красиво. У меня уже горло. Я выхожу из кадра. Вот мне это больше Дубай и Дейру напоминает. Опять-таки я сравниваю, просто большинство туристов знают Дубай. Вот Дубай и Дейра реально просто. Да ну. Кроме небоскребов. Просто я сейчас водочку завезу. Кроме небоскребов. Мне нет. Там все как-то вот так вот. Там все скупчено, а здесь вот реально просто. Не знаю. Я не согласна с тобой. Хотя это твое ощущение, это мое ощущение. Интересно, что-то слышно? А то вы... В общем, это Абу-Даби. Красиво, просто наслаждаемся. Вот оттуда мы с вами шли, а вот такие вот маленькие небольшие киоски, небольшие дома, просто это как наш Илянь. Просто я говорю, а это центр Иляйна. Наташа посмеялась, говорит, да. Говорит, да, вылитый центр Иляйна.
Да, идем, пошли. Вот мы не успели на зеленый, как Наташа думает. Ну, а может и успели, посмотрим. Опа, да, Наташа меня подхватила вовремя от такого косячка. Но зеленый еще горит, и мы бежим. Ух ты, небоскребы, машины мчатся, автобусы. И мы даже, смотрите, как здесь зеленый долго горит, да? Мы удивлены. Ну, люди начали бежать. Уже как издалека. Же популярны здесь велосипеды, скутеры всякие, мотоциклики. Вот кто-то еще справа, бежит. Справа. Ёлки-палки. Вот как можно в такую узкую дорожку все вместе въехать? Объясните мне. И все въезжают. Это ж тяжко. Но все въезжают. Вон, смотрите, какая скупчиня всяких рокеров, роллеров. Я сама еду в школу на скутере, а до этого 5 лет гоняла на велосипеде. Гоняла, ну да, гоняла. Ох, перешли уже. Ну реально, вот в такие вот узенькие штучки должны войти пешеходы, скутера, велосипедисты. И все, все остальное люд. Еще тут с собачками просто гуляют в парке. Если бы с животными бы ходили, вообще было просто не разобраться. Но никто что, не фу, это. Но у нас прогулка, упал, бежим. Мы идем, бежим, идем. Бежим, несмотря на то, что такая глубокая весна уже, а ветер прохладный, видите, мы в курточках таких. Вот, и сейчас уже жарко даже, уже как-то жарко стало. Ну, потому что мы реально так двигаемся. Да, мы что-то так шли-бежали. Даша хочет чай, кора где-то купить, попить нет, чуть-чуть. Нет, пока. Не мне хочешь, да? Мне захотелось, знаешь, мужчина стоял, он возле своей машины, не знаю, тут не важно, ставит кофе на машину, на капот, и стоит что-то в телефоне там разбирает. Просто, видимо, очень есть такое слово смачно пил кофе. Мне захотелось именно так постоять, знаешь, именно чай-карак поставить на капот чьей-то машины. А тут люди любят и присесть на капот твоей машины, ну, наши друзья в группе жаловались, либо поставить кофе на твою машину, это нормально. Да. Если бы у нас в Киеве кто-то присел бы на машину бы или поставил кофе, по-моему, были бы разборки в Алан Токио. Никакого уважения. Да, здесь вообще просто выходишь, пакистанцы все жопами сидят на машинах. Я извиняюсь, что паспорта проверяла лишь. Ну, кардашьянов мы всегда можем опознать. Это мы так это называем смешно так просто. Ну. А вообще люди грубовато называют их паки. На самом деле среди пакистанцев очень много хороших, достойных людей. Но их очень мало. Да, но мы встречали их мало, но встречали. Мы их встречали. Вот. Продолжаем мы идти. Так что, видите, вот такое Абу-Даби. Мы идем. По-моему, ой, это бы у нас заправку. Нам сейчас тяжело будет пересечь. Давай, нет, не тяжело, да. Давай. За машиной Наташа идет, я за ней. Главное, чтобы назад не сдали. А что, мы виноваты, что тут заправку поставили? Ну я да. Я можно было как-то так перейти, не знаю. Да. Никак, да. Все равно вот такая вот дырища, мы должны как-то ее перейти. Так люди тоже вечерком гуляют по Абу-Даби. Возможно, они тоже идут в мол за покупками, идут с работы, идут пройтись. Хотя, в принципе, здесь много достойных парков, чтобы погулять. И почти во всех комплексах, если снимаешь в доме или на вилле, есть тренажерный зал, а то и бассейн. Ну, по крайней мере, мы это знаем из рассказов в наших группах украинцев-воинцев в Дубае. Вот. А у нас простой дом. Мы сами ходим в зал отеля Редисона Блю. Мы пока отель. Да, мы все можем просто вот. Не, ну мы так как бы надеемся, что мы богаты. В самом деле мы среднеобеспечены, но мы себе вот экономим, позволяем купить абонемент в хороший тренажерный зал с бассейном. Это тоже важно для вашего здоровья. Продолжим идти. Не так много окон светится, кстати. Офис? Нет, я думаю, это жилые. Жилой? Я думаю, да. Чуть маловато. Ну, знаете ли, маловато. А по счетчику, если платить, то не маловато. Конечно, люди экономят электричество. То есть люди сидят в темноте? Ну, не знаю, может, я еще не пришли думаю. Домой. Это может. Так что мы идем прямо и надеемся, там будет Ривахда Молл, один из самых классных молов в Абу-Даби. Ой, можно обратить внимание, Бейк Аль-Араб, это то, что нам понравилось в Аляйн, в Джимми Молле.
Байкаляра. Очень вкусно. А, это там мини-бутербродики, да? Да. Вот смотрите, обходим мы по бровке вот такой. Здесь асфальт, здесь песок. Там машины мчатся. Вот. В общем, я сейчас Гимнаст Воронин, который проходит просто под я куполом здесь. Цирка. Наташа уже давно слезла. Конечно, я чу. К сожалению, такой спальный райончик артист. Уже такой. Ага. Можно так сказать. Спальный-спальный. КФЦ что-то закрытое, вот даже странно. А КФЦшки здесь популярные. Интересно, а есть такая новость? Макдональдс разорился вот, в каком-то там городе. Да, вряд ли. А, помнишь, где-то закрылся, потому что в какой-то стране или... Ну, возможно, но Макдональдс, по-моему, такая самая фирма, которая держится. Вон Бакаля, смотрите. Бакаля, вот везде она есть. Мы вам видео уже снимали про нее. Заходите, покупаете водичку, по минимуму там чипсы, круассанчики, и нормально себя чувствуете. Вообще возле каждого отеля такая Бакаля есть, и выгодно ее делать. Да, давай идем по этому, что-то машинка решила завернуть. Где одна Бакаля, по-моему, сейчас там сейчас сразу вторая Бакаля будет. То есть Бакали две, аж, по-моему, даже вижу второй знак Бакали. Это интересно. Это человек эту Бакали имеет. Да. Посмотрите, реально, вон вторая Бакаля, сразу подходим. Это ж как так? Анисом пахнет, слушай. Угу. Тянет реально вот анисовой специей, такой вот, будто только эту специю готовят. Вот еще Бакаля вам, пожалуйста. А вот чай. Наташ, хочешь карап еще? Нет, сейчас нет. Не хочешь, да? Ну ладно. Значит, пипиш же. Жарко, жарко просто. Сейчас мы идем. Да, уж согрелись. Не, вы не поверите, через дорогу третья Бакаля вон. Просто засилье Бакаль всякое. Плохо видно, но это Бакаля, поверьте мне. Ну, собака, кстати, очень редко видно. С мужчиной видно. Играется. Да, собака играется с мужчиной, точно. Не мужчина с собакой, а наоборот. Молодец, собачка, погоняй, погоняй его. Ну вот, смотрите, уже и Вахда мол виднеется. О, красивый большой мол, где много магазинов. Мы там были 1.5 года назад, оставлю видео в описании. Реально стоит посещение. А, вот такая вот была с вами сегодня. Мы шли, бежали, мы мерзли, потом мы согрелись. В общем, перед этим мы вообще купили Наташе обалденный лифон Маркет Спенсер. Ну, в общем, вот такие у нас сегодня прогулочки, видосики. Вот такое на какие-то такие центровые спальные районы Абу-Даби. А мне нравится, слушай, совсем другой Абу-Даби, да? Вот да, мы по Корнишу ходили, ну, по набережной. Ходили по бутикам возле Эмирейтс Пэласа, возле Эльватана. Обязательно оставим видео в описании. В общем, приезжайте. Смотрите, гуляйте, шопьтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Вас любим. Всем пока. Пока.